И падают, падают лепестки. Я падаю, падаю рядом с ними. Бесконечную красную линию. Песня с красивым и добрым названием «Лепестки», но это не о листьях, а о противопехотных минах ПФМ-1. Для Дарьи и Акима, творческого дуэта с Донбасса, они стали будничными и реальными. Ребята делятся впечатлениями о событиях на Украине через музыку. Она из Донецка, он из Мариуполя. Сегодня их объединяет не только творчество. До 2014 года занимался музыкой, потом в мой дом пришла война, и я почувствовал нужным заняться именно, стать на информационный фронт, работал военкором, у меня несколько командировок, в том числе в Сирийскую Арабскую Республику. А уже в 2021 году, в 2022 году мы записали несколько песен, которые получили большой отклик в аудитории. И я решил, что вот какое-то время я посвящу именно музыке, потому что музыка нужна, музыка победы нужна. Фестиваль «Русское лето» объединил 19 городов России, десятки артистов и свыше 60 тысяч зрителей. Мы проводим такой фестиваль «Русское лето», который направлен на поддержку всех задействованных наших ребят в специальной военной операции, для их близких, которые сейчас находятся вот в том числе и на этом концерте. Конечно, мы едины, мы за нашего президента, за нашу страну и всегда за нашу Россию. На одной площадке сразу и популярные исполнители, и поэтесса Мария Ватутина, кстати, которую мне очень хотелось бы именно послушать, да, как коллегу. По первости, можно так сказать, очень важно, чтобы все мы понимали, что дышим одним воздухом, что мы живем в одной стране, что мы едины, и поэтому обязательно должны поддерживать и президента, и правительство нашего региона. Такие акции должны проводить, просто обязаны в сегодняшнее время разъяснять политику нашего государства. Мы очень поддерживаем нашего президента, его выбранное правильное направление, на наш взгляд, потому как мы только объединившись можем решать поставленные такие глобальные задачи. Лиричные и острые. Не только о жизни, любви, надеждах, но и о горестях русского человека. В стихах поэтессы Марии Ватутиной тема солдатских матерей. Нам нужно сейчас единение и сплоченность, которую можно пронести через музыку, через слово, для того, чтобы там те ребята, которые сейчас жертвуют своими жизнями и защищают Донбасс, а в общем-то защищают Россию, чтобы они чувствовали эту поддержку, эту энергетику, эту силу, которая исходит от людей, которые сегодня соберутся, в частности, здесь. Музыка брянской группы «Сарма» сочетает в себе мелодичность, фолк-направление и мощный заряд. Хедлайнером концерта стал Сергей Бабунец. Кто-то помнит его по саундтрекам к фильму «Брат», кто-то по первым наигрышам на гитаре, кто-то уже по сольному проекту последних лет. Любовь дает толчок невидимые крылья. Вырастает всегда из того, что не стареет и не тает. Пока вселенная крутится волчок. Равнодушных в зале не было. 40 минут живого звука и любимых песен объединили зрителей, которые быстро концертный зал превратили в танцпол. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Дмитрий Белов, Анатолий Чекрыгин, Дмитрий Матеров. События Брянск.